На сцене снова корреспонденты, ведущие, операторы и многие другие представители мира телевидения. Объединяет их всех одно – фестиваль телекомпании Московской области «Братина». Вот уже 19-й раз он проходит на подмосковной земле и собирает лучших из лучших в различных номинациях. Здесь и мастерство телеведущих, и лучший телерепортаж с колес, лучшая операторская работа, а также вклад в профессию. Специальный приз за верность профессии от областного союза журналистов получила Ирина Микеда, журналист, ведущая «Щелковского телевидения». Она работает на канале более 17 лет, преданно и верно служит телевизионному делу. Она выпускница журфака МГУ, а это не часто такого, люди с таким образованием не покидают наши муниципальные СМИ. Я очень люблю свою профессию, я очень люблю свою работу, свое щелковское телевидение, на котором я уже 17 лет непрерывно, ну или даже чуть больше, работаю. Очень люблю свой город Щелково и Щелковский район. Ну и спасибо, что оценили. Еще одной наградой удостоилось Щелковское телевидение за активное сотрудничество с Союзом журналистов Подмосковья. Генеральный директор телерадиокомпании Щелково Евгений Докукин также был награжден специальным призом. Мы сотрудничаем, активно сотрудничаем. И я рада, что мы с вами встретились на дороге нашей профессиональной жизни. Надо отметить, что география конкурса расширяется с каждым годом. В очередной раз прибыли гости из Сербии, участвовали журналисты из Севастополя, Орла и многих других городов и регионов. Оценивал работы жюри, состав которого вошли известные телевизионные деятели и звезды кино. Главный приз, символ «Братины», знаменитую чашу увезли коллеги с сербского телевидения. Их фильм о трогательной истории с трагическим финалом покорил сердца жюри. Рубен Аганесов, руководитель Главного управления по информационной политике Московской области, лично вручил награду сербским коллегам. Впереди 20-й юбилейный фестиваль «Братина», который также обещает быть красочным и богатым на призы. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».